меня пригласили участвовать в ведущей работе, потому что вас сегодня здесь, в Самаре, и какой интерес встречи с профессором все участвуют. И я считаю, что, конечно, у людей молодых, у людей креативных, у людей, наверное, уже иначе мыслящих, огромный есть потенциал для этого. Нам крайне важно создать условия, чтобы их потенциал был реализован здесь, на территории Самарского. В каждом городе, в каждом поселке у нас есть люди, которые имеют свой взгляд, имеют навыки, имеют компетенции для того, чтобы делать мир лучше, делать его комфортнее, делать его благоустроеннее. И я уверен, что мы сможем создать реализацию потенциала каждого. Непростая задача, не простая задача, не нужно. Да, динамика.